Совсем скоро школьники будут принимать поздравления с Днем Знаний. Некоторые услышат звонок впервые. Таких будет больше 10 тысяч. Об этом уже сообщили в городском департаменте образования и науки. Что интересно, большая половина, это 54%, выбрали украинский язык в качестве основного для обучения, ну а 46% – русский. Интересно, что первоклассники этого года станут последними, кто будет обучаться по существующей программе. С 2016 года Министерство образования и науки намерено ввести новую 12-летнюю школьную систему. Не уходить после 9 класса решили 4000 учащихся. Они продолжат свое обучение уже в 10 классах. Ну и стоит отметить, что в учебных заведениях Одессы занимается более 2000 детей-переселенцев. Ну а всего в городе 86500 школьников. А вот во всей области свою школьную жизнь начнут 27 890 первоклашек. Из них 18 614 ребят выбрали своим основным языком украинский, 8 980 русский и 296 молдавский. Всего в Одессе 271 учебное заведение, из них 123 дошкольные. Детские сады посещают 30 тысяч маленьких горожан. В прошлом году малышей, посещающих детские сады, было на 2% меньше. Вот такие они цифры по учебному году 2015. Стоит отметить, что из-за большого количества дошкольников в сентябре 2015 года планируется открыть 7 новых детских садиков.